Всем доброе утро. Завтрак перед работой. Сегодня у нас 17 июня. Салатик, бутерброд и кофе. Так, снова я. У меня обед сегодня на работе почти такой же будет, как вчера. Овощи, салатик свой. Сегодня 27 градусов днем обещают. Ну, я на работе днем буду, поэтому сейчас с утра я вот так поеду в легком костюме. Мне нравится. Так, и лапшичку. Лапшичку. Пашка там бубнит. Новости увидел, что... Славка ему сказал, что арбуз купил. Пашка говорит, не, еще рано арбузы. Там в новостях ребенок умер от арбуза, поел. Вот, типа отравление арбуза. Так, все, я свои камазики приготовила. Сегодня, конечно, уже тяжелее вставать. Второй день рабочий, уже тяжелее. И такая утром... Ну, то есть вчера, допустим, я раньше даже встала будильника, да, как положено, как обычно, первый день. После отпуска. Сегодня второй день. Ой, еще бы полежать. И на 10 минут даже позже встала. Но ничего, все, успела. Кофе попила. Так. Я готова. Аня вчера в офисе отработала. Они по 4 часа с 9 до часу. Такая вчера мне жалится вечером, но я пришла с работы. Ой, я устала, ей кипу бумаг дали разбирать. Типа вот тут нагрузку. Я говорю, Ань, а я говорю, как ты хотела в Москве квартиру снимать? Там ты будешь физически фигачить. Я ей все про это, про Москву. Вот. А тут она 4 часа и с бумагами устала. Я говорю, а я кассир сижу, у меня постоянно плечевое, шейное. Вот это все нагрузка. И не могу не показать красоту. Уже смотрите, один цветок. Розочка. Ну, это гибискус. Уже вот так вот расцвел. Правда, раньше вот у них были крупнее цветы. Прям с полладошки. Ну, с ладошки. И здесь, видите, тоже прям три бутона таких на подходе. Вечер. Не прям говорю, как в пелой. Думала, сегодня, знаете, ничего покупать не буду. Но груш купила. Они на тут нормальные. Привезли днем груши, просто вот в обед. Белые, верно. Да, Ванька его начал разгружать. И, короче, разрекламировал вот такие груши. Как они, Вильямс правильно называются. Вильямс-Пакхам. 99 рублей за килограмм. Вот такие вот они. Представляете, они спелые и они ароматные. Вот бывают такие груши, как деревянные, блин. Я не знаю, как трава. А эти, они ароматные, сочные. Я уже сейчас говорю, у меня прям это, знаете, аж слюни, блин, потому что они сочные. Сейчас Пашка вот, я говорю, аж проглотила эту грушу, они до того вкусные. Я такая думаю, что-то я мало взяла. Кило 862 по 99 рублей. Такие классные. И они сочные. Вообще здорово. А то, знаете, эти конференции, они вообще деревянные. И цена у них под 300 рублей. В ленте тоже дешевых ни груш, ни яблок не найдешь. Вот я говорила в прошлый раз, когда мы закупку делали. Яблоки меньше 139 в ленте не купите. Не знаю, мы сейчас привезли уже, когда до этого были там, типа, экономно, бывают хорошие такие, по 82 рубля. Сейчас 139, это когда, ну нафиг. Вот. Дорого. Вроде, знаете, уже сезон как бы классный. Но. Я так думаю, может, я мало вообще взяла. Не, нормально. Нет, не курить, вкусный. Так 100 килограмм за полчаса разобрали. Там нет, и покупатели, и все налетели. И яблоки, да. Ну.
складываю в холодильник. Сейчас с вами поболтаем. Помните, у нас девочка работала в магазине Света, у которой мальчишку в этот, как, СВО? Да, ну как мобилизировали. Что-то странное происходит. Сегодня девчонки говорят, она, говорит, с лички удалилась. Ну, то есть с контактов. И я ей писала в Телеграме, что вообще не отвечает. Как-то странно. Не знаю, что случилось. Ну, потому что вроде его как бы на горячие точки не отправили, как бы запаски держали. Ну, тут даже этот сок. Чуть свекла мягкая, надо потереть ее или отварить. Не, одну, наверное, сырок потру, а другую отварю чем-нибудь. Типа салатика легкого. Аж просочилась груша, надавила ее. А, вот тоже надо есть уже. Это вроде еще сухая. Вот это тоже надо помыть. И главное, не отвечает. Я ей писала в Телеграме, и было видно, что она, ну, как бы прочитала, что молчит. Всегда такая, как бы, активная, общались нормально. Но не только я про себя говорю, потому что она ни с кем просто не общается. Просто ни с кем. Говорит, с лички поудалялась. Ой, очень странная история. Так, мне надо переодеваться идти уже. В принципе, я руки-то помыла. Просто переодеваться. И уже дела делать. Так, завтра мне еще третий день. Завтра у меня смена с 9, блин. Не знаю. Еще, наверное, хуже. Не встану на работу. А так, не знаю. Еще сегодня вообще народу не было. Кстати, странно. Суббота. Как-то мало. У нас, кстати, у Ники... Оказывается, продали ее другим собственникам. То есть торговый этот комплекс Ника. Вот. Я даже не знала, что он, говорит, на продаже, говорит, стоял. Его продали. Ну, какие-то. Какая-то, короче, большая компания купила его. Ну, компания. Ну, поняли, это серьезные люди. Там же и гараж есть внизу. Говорит, приходили такая, говорит, делегация, человек 15. Кстати, нам в июле обещали поднять зарплату. Не знаю, говорила, не говорила. Это очень хорошо. Так, все, пойду переодеваться, то я уже в рот начинаю то-то другое. Я вот смотрю на сочные эти груши. И мне их прям очень даже охота. Ладно, ребята. На сегодня заканчиваю. Всех люблю, целую. Ставьте лайки, комментарии. Спасибо, кто подписывается, комментирует, лайкает. Всем огромное спасибо. Все, пока-пока.